Добрый вечер, дамы и господа, с вами Ахиллес, Twitch канал GameFanCool, и мы продолжаем играть в Dark Souls 3. Так, вчера мы с вами остановились на том, что я не смог ничего тут найти, а походу искать тут и ничего и не надо нам. Нам, значит, нужно с вами пробраться к ближайшему костру. А где он у нас есть? А он где-то тут, наверное. Привет. Так, давно я тут не стримил. Вчера вот первый раз решил тут. Все, некогда, некогда. И сегодня вот завис я тут. Да, я думаю, постримлю. Ай-яй-яй, как раз вот и получил тут я. Ой, уходим отсюда. Уходим, уходим, уходим. Все, завалили, допрыгался. Ладно, нормально, сейчас мы костер найдем. Этих великанов можно долбить. Так, вот мы с вами на костре. Так, а что у меня с душами? Есть тут души какие? Так, это одна у нас получается. Таких две. Ничего, нормально, нормально. Так. Диакон и глубин. Знаток кристальный. Так, ага. Четыре босса мы завалили, получается. Бледный язык 2. Замечательно. Ладно. Погнали к костру. И отправляемся мы с вами. Отправляемся мы сначала в храм огня. Долбить великанов. Так, давайте, старушки, сначала подойдем к кузнецу. Кузнец, мы уже бежим. Мы бежим. Здорово. Так, укрепить оружие. Есть у меня тут двуручный меч? Меч храмовника есть у меня, здорово. А двуручного меча нету ни хрена. А что такое? Почему у меня его нету? Так, и здоровой секиры нету. Так, а что нам нужно, чтобы меч храмовника таскать? Что-то он слабенький. А, в принципе, не такой уж и слабенький. Так, что нам для него нужно? Так, это что такое у нас? Пояснение. Минимум силы нужно. Сила нам нужна 26-я. Чтобы таскать меч храмовника. Давайте посмотрим, какая у нас сила. Так. Today, be careful. Да. Так. А, дела нормально. Нормально. Вот сейчас хоть тут с делами разгрузился, начал стримить опять. Так, вот пытаюсь тут. Так, силы у меня как. Ой, силы у меня только 16. Ёлки-палки, мне надо силу набирать, это вообще тут. Качаться, качаться, еще раз качаться. Так, погнали, сходим. Там у меня этот должен быть. Как его зовут-то? Где тут прятаться? Вон там, пилигрим. Сейчас попробуем через него мы силу поднять. Здорово, пилигрим. Вытянуть силу. А, из тебя тянуть-то нехрена. Тогда не будем мы тебя трогать пока. Чемпион.
Так, здорово. У тебя что тут есть? Так, купить предмет. Так, ничего хорошего. Треугольный щит. Одни котяхи. Ладно. Бай. Бай. Так. Ну-ка, а что у нас есть из оружия, доступного нам? Ну, вот этот бы, конечно, замечательный, но он... Не допрем мы его. 96, 4, 189. Вот это вот мощное. А это у нас 179 плюс 29. Да, в принципе, такой же. А больше мы тут ни хрена не поднимем. Так, так, так. Это у нас слабенький, слабенький, слабенький. Так, 179. Что если попробовать его прокачать? Ну, я опять хотел большое оружие. Ну, давайте попробуем такое. Ну, кузнец, есть у меня титанит, тогда посмотрим. Ну-ка, укрепить оружие. Укрепить. Вот это требуется дополнительные предметы. Души. А, у меня нет осколков титанита. На Жюль Верна подсел, да? Понятно. Так. Сейчас, ну-ка прокачаться, что нам нужно? 8000 душ, да? Копейками. Погнали мы, наверное, этих подолбим. Ну, с этим, конечно, будет тяжеловато. Ну, попробуем. Так, храм глубин. Путь жертв, так. Высокая стена, так, обветшалый мост. Вот там можно пособирать души. Ну ладно, мы, наверное, пойдем попробовать на этого сразу идти. Но они там, ребята, крутые. Не знаю, или... Давайте чуть-чуть мы сейчас пособираем, прокачаемся. Как такое сейчас модное слово вошло? Пофармим души. Прокачаться. Так, поселение нежити. Вот на обветшалый мост у нас. Так, и первого вот этого надо волка завалить, да? Так, иди сюда на честный бой. Я с тобой даже буду без щита драться. Иди сюда. Чудик, давай. Хоп. 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 Уходим. Есть. А, друган, ну он сейчас что-то в сети его нету. Не знаю, может куда это. В отпуске, может, хрен его знает. Как появится, он обычно мне пишет. Ну и в тусовку приглашает. Так, за этого только 320 дали. О, елки-палки, я-то думаю, больше дадут. Так. Эти полезут тут сейчас. О, идут. Эй, великан, долби их. Вот так вот. Мы так копить, конечно, замучимся. Пойдемте, ладно, проходить. Игру. Будем проходить. Будем проходить. Так, отправиться. Так. Да, в лес мучений, наверное. Или все-таки путь жертв, не помню. Не, в лес мучений. Так, знаток кристальных чар, мы его замочили. Пойдемте-ка сюда. Так.
Вот мы здесь. Давайте-ка сюда зайдем. Так, щит, наверное, все-таки возьму. Эй, щит. Ага, вон он, вон он, вон он. Гуляет. Митя. А вас тут целых двое. Оп, второй. Атас, уходим. Дружище, ну не надо. Не надо печалиться. Хоп, эй, ла-ла-лай. Уходим, уходим. Отлично, победа будет за нами. Замечательно. Так, двух завалили. А, вон, а вон она жирная стоит. Ну что ее, как, давайте мы ее попробуем вот так вот. Без всяких щитов мы с ней будем. Иди сюда. Ага, какая, какашки опять твои. Ай, уходим. Еще разок, еще раз, еще много-много раз. Да ладно тебе, брось, толстуха. Готово. Толстуху завалили. Так, ну ладно, это же хорошо, что мы завалили. А дальше-то куда нам идти? Так, сюда я, по-моему, зря пока пошел. Да, это мы сейчас придем с вами к часовне, а к часовне нам не надо. Нам надо совсем в другую сторону. Я еще одну локацию не сделал. Там, как она называется, цитадель фараона, что ли, не помню. Так. Так, 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 так. Куда мы не пойдем? Фарона. Цитадели фараона. Так, тут никакой у нас этой нету. Пойдем сюда. Здесь у нас маг. Вы. Высшей космической категории. Оп, ты что, хотел меня ударить, что ли? Не надо этого делать. Нет, давайте все-таки я щит все-таки достану. Вот он, еще один. Здорово! Ах ты гад! Зацепил меня, зацепил. Так. По-моему, нам куда-то туда надо идти. Да, пойдемте сюда, спрыгнем. Ух ты! Какой ты шустрый паренек-то у нас, а? Но мы успели защититься-то. Как он на нас выскочил-то, а? Так, не хочу я с вами, ребят, связываться. Мы пойдем, наверное, сюда сходим. Куда-то туда надо еще идти. Куда-то туда. Вот куда, я не помню. А здесь вот они, два ниндзя эти. Вот они меня тут тогда грохнули в прошлый раз. Давай сначала попробуем одного позвать. Эй, ниндзя. Сначала нам нужен один. А у меня, наверное, лука-то нет со стрелами. Ну-ка. Лук-то есть у нас? Нет. Есть. Он, наверное, стрелять не будет. Так, ну-ка. Да, блин. Ну, стрел нет, что ли? Блин. Ага, нет, оставляем тогда арбалет. Так, ну-ка, другие стрелы есть? Есть какие-то? Значит, вот эту давайте. Какая тут стрела-то мощная, я уже забыл. Да что такое? А, вот, есть, нашли.
башку. Ну-ка. Иди-ка сюда. Давай, друганек. Покажи мне. Мое кунг-фу лучше твоего. Хоп. Хоп. Почти попал. Хоп. Уходим. Парируем. Блин, мне надо парировать научиться. Парируем. Пробуем парировать. Нет, не умеем мы парировать пока. Не надо. Дай-ка выжрем эс тут. Иди сюда, друганек. Смотри, что делает. Ух ты, год! Цепанул, уходим! Нет! Завалил! Завалил! Ах ты, ниндзя! Так, ладно. Все понятно с вами. Все с вами ясно. Все с вами ясно. Так, для начала мы переходим добежать. Нам нужно на костре выбрать другую. Отправиться в лес мучений, наверное. Так, вот мы в лесу мучений. Да, и здесь нам нужно с вами пробежать эти мелкие крабики тут всякие. Вот тут есть еще и два здоровых, встреча с которыми не входит в наши планы. Аюта! Ты по-итальянски помогите. Так. Значит, мы где-то рядом. Вот оно. Вот он наш друганек. Так. Ну что, встречаемся? Иди. Ай, да опять хотел парировать. Получилось наоборот. Да какой ужас, а! А в бочинку я им стрелу воткнул. Уходим. Нормально, нормально. Заходим, заходим дальше. Да опять он парирует, поймал меня, напарирует. Да что ж такое? Так, крепкий пример. А как же я в прошлый раз их победил? Да как же его долбить-то, ниндзя! Ниндзя! Ах, ты опять запарировал, а? Да что ж ты будешь делать, а? Вот уродец! Уходим. Только не жри эту, пожалуйста, сожрал, вот урод, а? Добей! Опять сейчас сожрет тест. Да бей! Да ёпта! Вот урод, а! Осталась последняя жизнь у волка, а! До свидания, мой ласковый мишка. Ёй, у меня эсусов не осталось. Там же еще второй есть, вот он. Ой. Достал, от третьего раза достал. Опять дотянулся, а? Вот тварь, а? Уходим. Последний эстус. Убегай, блядь. Опять дотянулся, блядь, а? Блядь, все равно вертанулся. Ну как ты так вертишься, скотина? Блять, опять, смотрите, что делает, блядь. И у меня эстусов нету, все пизда. Это называется жопа.
Блять! Да бей, блядь! Уйди, блядь, сука, у нее последняя жизнь тоже! Я живой еще? Нет, не живой, нихуя, урод, блядь! Блядь, так обидно, а? Вот так обидно, блядь! Сейчас со вторым не придется, надеюсь, мне ниндзей драться. Погнали поищем, там наши эти же еще валяются. Как это называется? Души. Быстрей, 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 быстрей. Быстрей надо души подобрать. Так, одного ниндзя вроде нету. Зато другой тут, вот он ходит. Ну иди сюда. О, летит, летит, посмотрите на него. А, хорош, хорош фрукт. Куда пошел? И уходим. Надо вырабатывать стратегию. Два разика. Даже три можно ему. И четыре. И пять нахрен, где там? Попал, скотина, а? Парировщик хренов. До свидания! Мой ласковый мишка готов! Ха-ха-ха! Вот так тебе, друган! Двуручный меч изгнанника. Вот, наконец-то, еще меч мы взяли, двуручный. Надо силу поднимать. А, вот я и пришел, да. Вот сюда. Видение, костер. У нас ничего нету хорошего. Косточка возвращения, хорошо. Ни хрена. Ни хрена. Ну ладно. Пойдем к костру. И нам надо все-таки, ребята, с вами в храм огня нырнуть. Костер. Давайте-ка заглянем с вами в храм огня. Чуть-чуть прокачаем силу. Все-таки нам нужны мечи помощнее, чем вот этими котяхами играть. Так, пока у меня этих мало. Давайте что-нибудь бабки загоним. Продать предмет, что у меня тут есть? Йо, у меня тут углей 12 штук. По 1000 рублей каждый стоит. Да, давайте 3 штуки загоним ей. Углей у нас тут. Или углей все-таки не надо. Давайте душу эту одну попробуем мы захреначить. Сколько она стоит? 2000. Не хватит. Ну, давайте одну вот такую ей дадим. Угу. И, наверное, одну вот такую. Ну и две вот таких. Хватит, наверное. Так, должно хватить. Здорово, красотка. Повысить уровень. Так. Я тут постоянно повышал стойкость. Вот не знаю, что сделать, повысить. Все-таки или силу прибавлять. Сила-то нам нужна. И физическая мощь очень нужна. Давайте силу. Так. Ладно, погнали. Все, в цитадель фараона. В
Фарона. Все, фараона я зову. Такой фараон. Ну что? Будь у меня язык, опять начинается хрень какая-то. Вперед! Три пламени, все, вспомнил, я тут играл когда-то. И открыть ворота надо будет. Ну, пойдемте сначала туда. Ну вот эти штуки нам подбирать в любом случае. Осколок титанита, конечно, надо подбирать. Быстрее, с какой стороны заходим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не успеваю, не успеваю, не успеваю, не успеваю. Зашел. Зашел. Успел. Ты же не горящий. Да, добежим, нет. Там бы пособирать бы осколков. Так, какой-то камень взяли. Давайте подождем, сейчас мы туда побежим. Все, вон туда надо сбегать. Побежали. Гнилую смолу какую-то тут хапнул. Отравление. Там далеко, надо давать сюда. Уроды, каким-то говном кидаются у меня. Осколок титанита, замечательно. Вот давайте осколки. Там потом столько будет этих осколков титанита дальше, когда будем играть. Это просто будет вообще круто. Кругом один титанит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Валим, валим отсюда. Где? Вот сюда погнали, наверх. Наверх надо залезть. Ну, ёлки-палки, что сюда не лезет, что ли? Давайте тогда сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, куда нам туда надо? Нам надо осмотреться. Роскошный вид, да. Очень роскошный. Для начала давайте вот сюда забежим. Посмотрим, что у нас тут. Там опять какая-нибудь ловушка нахрен. Меня потихонечку тут подтравливают. Все, будь осторожен. А, будь у меня... А, это я обратно вернулся. Ёлки-палки. О, охренеть. Я обратно прибежал. Понятно. Идем дальше. Давайте попробуем по прямой. Направление началось. Понятно. Что у нас тут? Тут у нас что-то есть. Комок мха какого-то.
О, двуручный меч нашел, отлично. Где они? Сила духа. Ой. Что за крыса? Бежим туда, давай, быстрей, быстрей, быстрей. Ой, быстрее разворачивайся. Ой, блин, урод, урод. Смотри, что делаешь. Быстрее жри, жри, жри. Да беги, блядь. Да ёб твою-то мать, а, блядь. Всё, пизда нахуй. Все нахрен, ёб, ну уроды, блядь! Ну как это, блядь, как пиявки, блядь! Успел я слово титанит-то, блядь, своровать оттуда. Там мы были, там, блядь, были. Погнали вон туда. Давай, бля, будь в говне в этом копаться. Так, значит, там уже появились эти крысы. Ну, блядь, пролезай, ёбаный урод. Вот там еще, блядь, Федя один, вон, здоровые, блядь. Ага, пришли куда-то мы. Точно, здесь, по-моему, одна первая хрень есть. Блядь! Ёб твою мать, блядь! Ты как вот залез-то, блядь? Ты что, на такую высоту можешь подняться? Вот урод, блядь! Смотри, что делает, падла, блядь, а? Ну поднимайся, ёбаный в рот! Пей быстрее свою херню эту, блядь! Блядь, я вообще в ахуе! Да ёб, как с вами драться, блядь, придурки ёбаные! Быстрее зажигай эту парашу, блядь! Где она есть? Вот она, быстрее! Фу, блядь. Одну зажег. Я, точнее, затушил, блядь. Так, сейчас меня этот черт наебнет все-таки, мне кажется. Он же там никуда не делся, блядь. Ну да-да, все, мы поняли. Вот эту дверь, значит, надо открыть. Затушить все три. Беги, блядь, от него! У меня это одна осталась, блядь. Ёб твою мать! Убегай! Убежал, блядь. А там спереди он еще меня один хуево ждет. Ладно, хоть успел, не напрасно, блядь. Одну херню затушили. Одна, наверное, где-то здесь, блядь. Давайте вон туда побежим. Пойдем здесь флангами, блядь. Сейчас опять провалится куда-то. Будь, блядь. Давай, давай, восстанавливай, восстанавливай выносливость. Отравление, блядь, да. Роды, блядь. А так? Вот там и стой.
хуйню. Уголь знатока какого-то взяли, блядь. Ну что, наебнуть того все-таки? Он меня ищет. Он же тут стоял сейчас, блядь. Где он есть-то? Федя! Короче, хрен его знает, блядь. А, вот он. Друган! Давай один на один. Да-то я вижу, крутой! Ты что творишь, Мы так не договаривались, блядь. Ни хрена себе, блядь. Опять ищет своей хуйней. Ты решил меня пробить, мой щит, блядь. На-ка тебе, вот так. И вот так, блядь. И вот так, нахуй, блядь. Проститутка, блядь. Уходим. На еще разок. Ха-ха-ха, блядь. Вот так вот, блядь. Меч тьмы взяли. Отлично. Победа, блядь. Завалили волка одного, блядь. Куда дальше-то, блядь? Я уже заблудился. Оттуда я пришел, что ли? Да, я пришел, наверное, сюда. Хотя хуй его знает, куда я пришел, блядь, и откуда. Пойдем опять по флангу. Куда дальше будем двигаться? Флангами. Не знаю, куда идем. Ну, ладно, сейчас мы какой-то меч тьмы взяли. Если что, пойдем качать потом его. Если он действительно крутой, блин. Так, там кто носится, блин. Так. Мрать, блядь, Только крутанулся, блядь. Ну ничего, тварь, ты одна, сейчас. Да ёб твою мать, урод ёбаный, блядь. Вы посмотрите, что сука наделал, блядь. Падла, блядь. Как бесит, блядь, прям эти твари ёбаные. Так, что у меня там за эта хуйня, как её называют? Меч тьмы-то, давайте посмотрим. Да ёб. Так, тебе сколько надо? 28 силы нужна, нихуя себе, чтобы тебя носить, блядь. Тебя 24, тебя 26, блядь. Урон у этого мощнее, не, у того мощнее, у этого. Вот у этого круче всех. Так, где этот меч тьмы, блядь? Дубины это у этих мы брали. Ничего где-то здесь, блядь. Рапира, топорик. Грусный меч. Грусный меч. Клеймор. Эритийский меч. Меч тьмы. 110. Блять, слабенький. Слабенький. Нам надо качаться, блядь. А может доспехи какие крутые возьмем? Ну-ка. Шлем лошатый, ну-ка. Что у нас? 3-1, 3-7. Это чей шлем, блядь? А, лошатый. Вот этот шлем падшего рыцаря. Ну, шлем солдата. Солдатки нам не нужен. Шлем наемника. Ну ладно. Пускай бегает, блядь, воином. Так, ну что, флангами мы набегали? Отравление.
Так, вот мы пришли к этой хуйне. Опять этот стоит, а чудик, блядь. Ладно, мы с ним уже дрались. Сейчас тут тварь появится первая, да? Вот души мои. Ага, сука, а? Тварь ебаная, на, получи, сука. На-ка еще разок. Ага. Вынимай, блядь. Крыса. Тварь царапнула меня. Или от этих, получается, царапнулись-то мы. Давайте-ка полную. Это будет пипец. Скорее всего. Здесь будем вторую раздувать. На-ка тебе разочек. Вставай, вставай. Ой, что это, бля? Есть еще крыса какая-то? Нет, вроде. Комок взяли. Все, ладно, мы поняли. Давай, давай, бля. Все, да-да-да, бля, восхищаемся. Давайте, да, вашими тут этими треками, бля. Еще какие-то уебки сидят. Спящие, блядь. Ебать вас тут, ребят. Ой, блядь. Третий где? Вон он. Осколок титанит. Замечательно. Еще есть осколок? Мразь, блядь. Так, дайте-ка мне травит потихоньку, блядь. Пойдемте мы его кончим, блядь. Попробуем. Блядь, за ним свалился. И тут эти пидорки кругом. Ёб твою-то мать, еще один. Осколок титанита, да, во, отлично. Мы почти пришли, по-моему, да, надо сейчас... Где тут я видел эту хуйню? Не, друзья мои, туда что-то страшно, блядь. Тварь! Да ебани его, блядь! Сука. Решение пришло само собой, блядь. Так, вот на эту дверь. Папа, блядь! Нихуя ты разошелся, слышь ты, Федя, блядь! Может быть, это враг? Да может быть, блядь! Шарится, блядь. О, костер. Замечательно. Восстановим силы. Так, у меня 6 тысяч, ребята, есть. Давайте-ка мы все-таки сгоняем сюда. Подкачаем чуть-чуть силу богатырскую.
Здорово, бабка. Блять, купить нам не надо ничего, нам продать надо. Так. Нет, эту не будем продавать. Вот эти 7 штук, давай продадим их. Так, на выход. Что у нас есть? 7 маловато, блядь. Придется уголь тебе загнать, бабуля. Ага. Один давай загоним тебе. Давай, да, very well. Надо прокачать нам еще силу. То мы как-то, блядь, как бомжи, блядь. Ну что, пойдемте все-таки из этого волка силу повытягиваем, блядь. А то он там в углу. Это. Без дела сидит, блядь. Что у тебя продается? Да у тебя хуйня одна продается, пилигрим. Еще что ли можно у тебя вытянуть? Еще можно, блядь, заебись. Повысим уровень, давай. Еще можно. Еще можно, давай еще. Что тут? You have it. All will soon be clear, my good lord. Be safe. Our Lord. Так, ну ладно, мы у него нормально тут подтаскали с него силы-то. Хотя, может, я поторопился, блядь, пока мы могли бы набрать на этих. Ну ладно. Ладно, еще поднаберем. А, это вот мы с этой стороны шли как раз на костер, точно. Все, 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 я вас понял. Мы как раз пришли к этой двери. Но нам нужен где-то здесь еще один этот потушить. Валим, валим, валим отсюда. Так, мы забрали, забрали, все, валим отсюда. Если нам нахрен не нужны. Пойдемте вон туда сходим. Так, тут еще вверх можно залезть, да? Пиявки, отвалите. Сначала по периметру обойдем. Ага, привет, ящерка. Ты только не убегай никуда. Мерцающий титанит. Пригодится. Костер, замечательно. А, волчара. Давайте побросимся в ковенант.
Не дадим мы тебе никакой меч. Меч он захотел, а? Дела путь, блядь. Меч ему дайте, видите ли. Есть вот какой сундук-то у тебя еще? Да, еще помолимся. Все, хватит молиться. Погнали сюда. Ага, вон там вижу, что-то можно. Все выше и выше и выше. Так, куда-то мы из болот переместились. Тут у нас ни хрена. Ни хрена, ну погнали вверх. Так, вижу тварь. Слева по борту. Так, что у нас тут? Сейчас давайте-ка мы тут все облазим. Ящерку ловите. Догоняй, блядь! Да догоняй быстрее, блядь! Где вторая? Успели. Что-то я там еще взял тут. Большие осколки титанита вроде, да? Драконий гербовый щит. Ой, копье. Так. Там видок какой, а? Моря тут. Только что мы сидели в самой жопе там какой-то. Теперь уже тут вон моря. Ящерка! Тяжелый самоцвет. Вот мне что нужно было. Отлично. Еще тяжелый. Вот мы тут на логовый ящериц нарвались-то, а? Здорово. А ты чудо, откуда здесь взялся? Типа без палева сидите. Пилигрим. Пилигрим. Угу. Тут у нас что? Ни хрена, шлем блестит. Ого! Больше ни хрена нет тут. Наверное, нету. Эй, слезай. Гаврила. Давай, ори, ори. Ох, разбудили этого. Черт, разбудили. Ты что, хотел меня вот этой куколкой завалить, что ли? Эй, друган. Славь солнце. Да, высоковато. Впереди друг. Он стоил двух. Чего тут за хрень? Пятна крови вот эти. Что это такое? Хрен его знает.
У меня жизни нет. Ну что? Путь. Ну, конечно, можем сейчас переместиться, там все эти свои шмотки разложить. Но пойдемте этого другана попробуем завалить. Эй, чудик! Кровь и сталь! Иди сюда. Говном, что ли? Хвостом, что ли, зацепил? Полжизни въебашил у меня. Здорово. Встаем под него, иди. Ты что творишь-то, э? Позвоночник сломал, блядь. Нихера себе. Нихера себе. Позвоночник сломал и вышвырнул меня. Охуеть можно. Да. Пойдем еще раз к другану наведаемся. За него, наверное, нормально дадут. Да убить-то его можно. Главное не попадаться к нему. Федя, мы идем. Давай. Не, друга, просто так ты меня хвостом не прошибешь. И этой своей херни тоже. Ты ему лапу подбил. Ах ты урод, блядь. Беспределик. Предельщик. Поймал, сука, у него ни жизни не осталось. Тварь, отпусти, только не в эту, не выкидывай меня в пропасть, блядь. Ну, падла ёбаная, блядь. Быстрее, быстрее. Вставай. Да ёб твою-то мать, у него жизни, блядь, не осталось уже. Да что ж за хуйня-то, блядь? Чучело жирное, блядь. Ну нахуй, блядь. Сука, да у него последняя жизнь осталась. Ебашил, ебашил. И на тебе нахуй, блядь. Ну давай лифт, блядь, быстрее, ёптать, будет карабкаться там. Блядь, почти добил, сука, а. Потому что до хера я ему ударов наносил. Надо было въебать его и попрыгать вокруг него там, блядь. Под ногами у него потоптаться, блядь. Мне все тоже хочу побыстрее, блядь. Как сказал герой одного известного фильма, блядь. Быстро только кошки родятся, блядь. Точно. Иди сюда, блядь. Чудо, блядь. Снимай штаны, знакомиться будем, блядь. Да посмотрите, что делает, сука, а. Как ты меня отловил, блядь, гандон?
давно, блядь, клюет. Уходим. Наступил, падла, блядь. Уйди, блядь! Уходим. Вот ты, падла, почему ты ушел от него, от этого, блядь? Уходим. Молодец, удержался. Поймал, сука, на последнюю жизнь. Блять, вы представляете, опять такая же херня, блять, а? Опять, блять, такая же херня, нахуй, а? Быстро, быстро! Блять, это чё, блять, бах какой? В игры, что ли, блять? Читерство какое-то, ёбаный рот. Блять, я просто в ахуе, блять. Сука, слов нету, блять. Блять, опять один удар, блять. И прям в этот удар он ловит, сука, меня, блять, пидорас, ёбаный. Пиздец, блядь. Что за хуйня, блядь, с этой игрой, блядь? Опять точно такая же ситуация, блядь. Прям вот все, один удар мечом, махнуть нахуй, пизда ему, блядь. Ведь нет, сука, вы именно в этот момент поймает, падла. Он же, блядь, вообще его пиздить-то нехуй. Крутись у него под ногами, да и все, и ебашь его, блядь. Чучело ебаное, блядь. Иди сюда, блядь. Гаврила ебаный, блядь. Ёпта, ну вообще он неуклюжий, пиздец. О, блядь. Вот это пидоросня его, вот это вот. Прыжки, блядь. Он, сука, на этом, что ли, блядь? Как его называют, блядь? На двигателях, блядь. Падла опять достал, сука, а? Теперь хвостом зацепил своим петушиным, блядь. Да ёб твою мать, встань ты, ебать, блядь. Смотрите, сколько жизни осталось. И видали, блядь, вот опять, вот, сука, опять жизни нету, блядь. Падла, блядь, что происходит, сука, с этой игрой, блядь? Или обновления въебали такие специально? Смотрите, сейчас опять лезу под него, блядь. Опять сейчас он пытается говном, я все равно щитом держу, блядь. У него жизни нет, блядь. У этой суки нет жизни, блядь. Падла, ебаная, блядь. Жирный козел. Завалил волка, блядь, все-таки, нахуй. За него дали-то все 5000, блядь. Эх, блядь. Во, большой топор дали. Вот эта штука мне нужна была, блядь. Больше ни хера тут. Да, мы никак не попадем. Ладно, завалили волка, блядь. Пошли обратно. Большой топор тоже качать надо, блядь. Погнали опять. Сейчас посмотрим, могу я большой топор таскать. Надо доспехи тогда полегче одеть, блядь. Прямо огня отправляемся.
Так, сколько сейчас-то надо, блядь, дальше-то? Повысить уровень. Я там сейчас скажу, что там пиздец, блядь. 10 000 надо, блядь. Ну что, 7 углей отдать ей, блядь. О, какой, 5 углей, 6, наверное, даже продать. Углей у меня тут дохера, блядь. На тебе 6 углей, блядь. 7 себе осталось. Давай уровень поднимем, а то проебу и эти нахуй души. Так, что можем таскать-то? Давай проверим, блядь. Ну, конечно, вот эта штука охуенная. Сколько мне нужно? 32, ёбаный в рот! 32, блядь. А сколько у меня сейчас-то, блядь? Так, 32 надо, блядь. Блядь. 23, блядь. Да. Перспективка мрачная, блядь. А еще что есть? Рапира, блядь, есть там. Так, это 189, а этот хуйня сколько? 179, блядь. Это D. Это тоже D, блядь. Может, дубиной поебашить, походить, блядь. Мне вес больше, блядь. Дубину попробую, блядь. Нет, кстати, давайте эту хуйню. Что-то с дубинкой я, конечно, перегнул. Где он есть этот? Где мой, блядь, прокачанный меч? Где, блядь, этот меч-то мой, ёбаный? Нихуя не понял, блядь. С каким я бегал-то, блядь? Палаш, что ли? С палашом я бегал-то, блядь? Такой-то нет, у меня покруче там был. А, вот, клеймор третий, да, вот он. Ну что ж, погнали. Пока не будем мы прокачивать ничего. Старший волк Фарона, блядь. Погнали туда. Конечно, я уже могу переиграть свои эти, как его называют, навыки. Чтоб уже с этой здоровой бегать. Хуйней. Мы пока подождем все равно. А, вещей в инвентаре? Да даже не знаю. Наверное, сколько хочешь. Хрен его знает. Я стараюсь вообще тут ничем не пользоваться, так. Без стратегии, без всякой, пытаюсь пройти. А там хрен его знает. А так, уходим. Уходим. Так, берем вот эту хрень. Какая-то трава. Так, где-то здесь, значит, еще должна быть третья эта. Осколы Кэстуса бы еще найти. Что-то у меня маловато их. Так, вижу чертей. А так? О, ляпнул, говорю, вижу чертей. Под мостом под этим надо, наверное, все-таки пройти. Осколок титанита, замечательно. Давай, чучело.
Готово. Давайте выжрем эту. Вот нет, деревья ходят тут. Шляются. Кто-то тут запрыгал, да? Прыгун. Так, здесь мы были с вами, да? Были, как раз мы на этого волка напарывались. Что за мной гоняется-то? Вот он. Слушай, какие-то звуки тут подозрительные. Так, вон чучело вижу. Ну, все-таки, возможно, туда надо. А, мы вернулись туда, к этой двери-то. А куда же нам тогда нужно? Ну, пойдем туда тогда, что делать опять. Вот мы пришли туда опять, к лестнице, наверное, да? Вон там что-то у нас. Быстрей, быстрей, быстрей! Пролазь, пролазь! Осколки, конечно, замечательно. Давайте выжим. Есть тут чего? Вон там есть. Проходим. Давай, давай, залезай, 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 залезай. Так, что у нас тут? Суп. Талисман. Так, где у нас последний третий-то осталось? Так, здесь я этих переложил, я понял. Куда ж нам подойти-то надо? Куда мы не пойдем? Погнали опять туда, что остается. Нет, пойдем все-таки вон туда. Мне кажется, где-то здесь. Вон там еще есть какие-то, эти виднеются. Здорово! Осколок титанита. Так. Вот это уже интересней. Тут мы были или не были? Давайте на всякий случай выжрем. Вовремя прочитал. Осторожно влево. Прям резко. А, только вправо я повернулся. Очнулся. Быстро-то, а? Посмотрите, что делает. Парирует, а? Нет, дружок, не прокатит. Вот она. Вот она. Есть. Победа. Сейчас откроются врата.
Так, ну что, отправляемся. Как пройдем? Пройдем теперь через эту сторону. Общий вопрос, куда идти? Что-то, если честно, не очень помню. Точнее, даже совсем не помню. Вижу костер. А, мы пришли в начало пути, да? Ну и нормально. Давайте пойдем как раз. Старший волк, где? Нет. В руины цитадели, вот сюда. И мы как раз будем перед дверью. Вот эту штуку надо, да. А где ее взять? Он показывает, там можно ее взять, что ли? Мы там были. Мы там были. Да, точно, сегодня стрим поудачней. Вчера я там дело натворил, что не мог никуда выйти, да, сегодня повеселее уже. Так, ну ладно, значит можно выходить нам, да, я так полагаю, в эту идти. Вон туда, вон, пойдем. Тут еще можно, конечно, было облазить, но мы потом придем сюда. Еще погнали, дальше будем проходить. Хоп, хей, ла-ла-лей. Где костер? Костра не вижу. Зато вижу вон того черта какой-то. Вон он там стоит. Палит. Палит, а? Сейчас, если не успею, он сейчас орать начнет. Здорово. Ты куда собрался-то, а, Федя? О-о-о, ребята, здравствуйте. Выкупил скотина, а? Так, ребята, силы вы еще. Камень утраты пригодится. Еще что-то есть. А тут-то черт, а, вон он там. Кого позовешь на помощь-то? Стоишь, каркаешь там. Самое подходящее слово, каркает. Так. Сейчас мы до тебя доберемся, не переживай, дружок. Так я что-то костра не вижу. Костер нам нужен для сохранения. Так, а где тот-то, а? Зомби всякие ходят тут. Куда это мы вышли? Костер, замечательно, вот он. Давайте еще чуть-чуть Тестоса наберем. А, я, по-моему, даже до босса скоро уже доберусь. Уже, наверное, добрался. Туда это только или не туда?
Где иллюзионные стены-то? Никак не могу пробить, ладно. Ты страж, что ли, типа, тут такой? Сторожишь. Ага, черти, атас. Блядь, разбудил, перепутал эти. Блядь, да ёп... Так. Ну что? У нас впереди ящерица. Пробуем. Да пробуем, все равно тут костер рядом. Можно мимо пройти, конечно. Сразу открыть. Путь жертв. Вернулись. Значит, нам не сюда. Ну ладно, зато сразу открыли. О, блядь! Чучело! Ты как меня нашел, ты? Вот урод, а! Вот урод! Вот если на ящерицу не напоролся, ну напорюсь на этого козла! Ладно, ну что, ящерицу разбудим? Ящерица, давай. Давай, один на один. Уходим. Хоп, и уходим. Ага, я получил. Да ладно, тебе будешь кататься тут. Тварь! Тварь! Ух ты, мы ящерицу завалили, а? Титанитовую чешую взяли. А титанитовая чешуя нам нужна для чего? Для щита. Нормально. Бежим назад тогда. Где это была иллюзорная стена-то? Так, а тут что у нас? Впереди чудеса какие-то. Наверное, туда уже спрыгивал. А может и нет, хрен узнает. Ну-ка, с разгона попробую сейчас. Ладно, не хотят меня пускать. Так, давайте-ка мы еще сейчас. Наберемся сил. О, у нас уже эти есть. Погнали, погнали. Все, в этот быстрее, а то сейчас я лишусь всех наших этих душ. Так, ну и что? И скоро здесь, наверное, у нас уже босс будет. Давайте продадим сейчас. Продать. Ну что, парочку ей продать. И какую-нибудь еще и гадость тюхать. Давайте продадим. Здорово. Так, прокачай-ка мне еще силу. О! Силу прокачали. Farewell, Ashen One. Да, very well. Пойдем дальше отправиться. На границу цитадели фараона. Замечательно, потихонечку мы качаемся, качаемся и качаемся. Нам нужно, значит, туда, да? Пойдем туда.
Давайте-ка мы вот здесь пройдем. Ух, здорово. А, помню это местечко. Помню это местечко. Сейчас мы с вами скоро, господа, выходим на боссов. Так, уголь взяли. И вот этот босс у меня столько раньше крови попил. Это вообще ого-го. Ого-го, сколько он у меня крови попил. Пришли мы к нему. Вот посмотрите, что делает. А, вот тварь, блядь. Ну как вот назвать еще, а? Взял меня и пырнул, а? Ну, привет. Смотрим заставочку. Тут их сейчас будет целая куча на меня нападать. Ух, я помню, сколько я с ним мучился. Вон второй подлезает, вон он. Так, мне в этот момент нужно сваливать отсюда. Свалил. Привет. Так, ну вон сколько я у него жизни отбил. Надо ждать, пока третий появится, они начнут друг друга колотить. И мне в этот момент держаться подальше надо от них. Ну ладно, смысл понятен. Короче, все хреново. Получается, после этого чувака... Если даже я пройду вот этого, вот этих победить смогу, там выйдет потом еще один. Смотрите, тварь что делает, а вот бежит, продолжает. Вот сука, а! Сейчас второй появится. Нам пора уходить. Ага, вот он, берите сами. Вот урод. Третий, ау, ты где? Пора вам драться, ребята. Да за мной-то не гоняйтесь, вы мне с собой беритесь. Лучше. Где третий? Появился? Не появился ни хрена третий. Берутся? Блять, урод! Попал по мне, сука, сука, а? Вставай, вставай, вставай! Сейчас опять эти появятся, блядь. Волк. Уходим. У него жизни почти не осталось. Как и у меня. Дотянулся, сука, все-таки, а?
А, все, все, вот он. Они, видать, друг друга додолбили. Вот заодно хоть покажу сейчас, если грохнут меня, хоть я вам покажу второго сейчас. С какие придется мне драться с главным. Теперь он остался один. Но он очень сильный. Привет. Уворачиваться я не люблю. Так что я буду так с ним драться. Разок. Поднимайся. Чудик. Зацепил что-то, зацепил. Далеко нельзя его отпускать. Смотрите, что делаю. Пизда. Пизда рулю. Все. Быстро он меня уделал. Начал я эти пить, блядь, эстусы. И далеко его отпускать нельзя от себя, точно. А то у него начинаются его огненные атаки, блядь. Как-то я его тогда тоже долбил, долбил, долбил. И как-то у меня получилось все-таки. Не помню, правда, как, но получилось. Надо вот эту долбить, иначе она меня будет преследовать, блядь, до самого конца, тварь. Что там еще за чучело? Куда мне бежать, блядь? Пиздец, запутался. Все, запутался, блядь. Да пустите меня нахуй! Да уйди нахуй, тварь! Сейчас прыгнет, наверное, напоследок. Пять ударов. Шестой получится? Получится. Полжизни я у него захреначил. Уходим. Ребят, вот между собой бы дрались, да? И меня бы не трогали. Все, посмотрите, сука, и как раз меня прям тут как тут, а? Третий, ты где? Появился третий? Появился. Уходим. Ушли, блядь. Беритесь между собой. Вот третий проснулся. Быстрее, быстрее, быстрее. Дайте я уйду отсюда нахуй. Блядь, тварь зацепил все-таки сюда, а? Долби его, блядь. Ну ёб твою мать, готов, сейчас буду, блядь. Ну, блядь, да долбани ты его, пиздец, блядь, а? Остался один удар, блядь.
Ужас. Ужас, блядь. Так. Ну ладно, тут у этого выносливость, в принципе, хорошая на этом, товарищи. Сейчас, наверное, если не получится, мне я пойду прокачаю меч. Блять, другая прибежала, пизда. Да ёб вашу мать, заеб... Пиздец, вы посмотрите, что делается, блять, а! Пиздец, они у меня всю жизнь захуярили, блять. Ну что, надо уходить нахуй отсюда. Че, возвращаемся тогда, блять. Давайте здесь поебашим, что тут есть у них. Есть у них еще что-нибудь. Блять, пиздец, вот на ровном месте, блять. Правда, кучу с говном нашел и в ней утонул, блять. Да иди нахуй. Еще один, блядь. Жертва аборта, блядь. Всех перехерачил. Так, вон еще два сидят. Бедуина, блядь. Там посмотрим, там что есть. Раз уж заодно пришел, блядь. Ну же, конечно, к боссу я не пойду, блядь. Вот он, зашарился, блядь. Чё зашарился-то, урод? Дожидаешь, блядь? Так, вот там что-то есть. Пойдем туда. У тебя тут и щит, смотрю, блядь. Эффектный, блядь. Пошли. До свидания. Или еще парочку вторанников, бля. Вон там что-то еще светит. Давайте туда еще сходим. Здесь надо вот эту черта завалить. Черт, видать, крутой. Вот так бывает, блядь. Ни одного раза не ударил меня. Идете драться-то? Вот посмотрите, вот как, блядь, с ними драться? Вы видите, что делают? Выдохлись, суки. Как они пошли-то в атаку бодро, а? Ладно, пойдемте к костру. Тут чуть-чуть я душ поднакопил. Нет тут больше ничего. Хорошо, право, блядь. Все, возвращаемся к костру. В храм огня подкачать надо нам вот этот клинок, который у нас палаш. Конечно, он классный. Получается, я могу 6 раз, по-моему, я могу ударить сразу. Пока выносливость есть. Вот еще бы его, конечно, прокачать бы дальше. Сейчас посмотрим, можно мне там сделать это. Укрепить оружие, ну-ка. До 193 я могу укрепить, да? А у этого сколько? 159. Давайте 193 мы. Все-таки мы его укрепим. Он, в принципе, не такой уж и плохой. Оружие. Закалить. Закалить нам палаш. Так. Попробуем закалить. Так, тяжелый самоцвет есть. 183-84. Нет, нам не надо. А он в Б, кстати, перейдет. ...260 прибавить силу сразу. Останется D. А у меня его нету.
светлость, но тратить я его не буду. Нет, не будем, пока мы еще делать дальше. Ладно, мы силу прибавили, тут нормально. Так, со щитом что у нас? Так, это значит оружие есть. Что как у нас гербовый щит? Щит прокачать. Появился у меня этот щит, смотрю, да, с которым я ходил, блин. Но он у меня, конечно, только когда сила будет 34, тогда я его смогу носить. Ладно, пойдем. Попробуем еще. Зацепит все равно, а? Так, уже с двух ударов, нормально. Раз, два. Отлично, с двух ударов. Привет, Витюш. И погнали. Раз, два, три. Хочу скотина. Аж землю вырывай. Уходим. Все, начались свистопляски. Уходим, уходим. Поднимайся, блядь. Пиздец, блядь. Просто, блядь, пиздец. Все. Да, недолго музыка играла. Ах ты, почти успела достать меня, а? Уходим. Вот там, берите. О, правильно, давай. Мочитесь там. Оба ко мне посмотрите, бегут, а? Надо ко мне бегать, что там третий появится, вы сами беритесь сами по-своему. Вот уроды, а? Третий, ау, где ты есть-то? Помогай мне. Берите третий, отлично. Что такое? Поодиночке не такие сильные? Что такое, а? Проблемы? Ну? Вперед! Блять, урод! Как же он так меня сгибал-то?
Ты что, замотал огненный человек, блядь? Так, давай-ка на него нападай. Вот так на него хреначим и в жопу ему втыкаем. Вставай. На него пошли опять. Пошли на него. На него. Идем на него дальше. Идем, продолжаем на него. О, у меня Эсус кончился, я вас поздравляю. Все, готов. И Эсус кончился. Полжизни у волка отбавил, даже больше. Давайте еще пробовать. Но меч-то помощнее стал, вот этот, я смотрю. Меч помощнее, чуть-чуть мы его прокачали все-таки. Надо качать дальше силу, чтобы удар у нас мощнее был. Ну, тварь, блядь. Все равно что-то зацепило, а? Так, погнали отсюда. Второе чувствуется, блядь. Так, они ошиблись. Заранее. А, где-то там прибежал уже ко мне. Бегай, бегай. Пускай бегает. Бегай, бегай. Мы дождем встречи. С тобой разберитесь, ребята. Вот, начинайте драться там. За мной что он гонят столько-то? Не надо. Вот там беритесь, да. Сейчас третий появится, еще подождем, давайте. У вас так хорошо у троих получается. Там появился, нет? Так хорошо втроем берется. Вот посмотрите, красота просто. Короче, надо мне вмешиваться, когда они начинают втроем драться. Надо вмешиваться. Чтобы помогать тому пареньку. Опа. О, хотят прибить-то прям, посмотрите, а? Тебе проем, блядь. Замочите вы его, блядь. Пиздец, а? И вот теперь они между собой драться начали, блядь. Я вообще нихуя не понимаю, как тут, блядь. Так, ну ладно. Последние пару... Попробую сейчас пару боев сделать. Как пойдет, значит пойдет. Не пойдет, значит не пойдет. Два раза, а? Что-то хотел сделать.
ну и как, вот, блядь, вот. Пробую сейчас просто воевать с ними, блядь. Не убегать от них никуда, блядь. Ну просто меня в угол зажали, нахуй, сейчас и пиздец. Вот и все, блядь, и второй тут как-то. Только, блядь, убегать от них, я просто, блядь, не знаю, что делать. Вон, они вдвоем рванули на третьего, блядь. Прыжками от них кувыркаться, блядь. Давайте будем прыжками кувыркаться. Две руки возьмем. Так, и вообще надо убрать тогда отсюда. Лук со стрелами. Так, и вообще, что у меня по силе? Нагрузка 81. Ладно, погнали. Попробуем еще до побега. Побегал. Блять, без щита я вообще играть не умею, блять. Да вообще пиздец, он меня ловит, как щенка, блять. Иди сюда, блядь. Да ёб твою мать, блядь. Я просто охуеваю, блядь. Сейчас второй подлезет, блядь. Да пиздец, блядь. Блядь, я просто, я хуй, как с вами играть, блядь. Как, блядь, с вами играть, нахуй, а? Хоть ты, блядь, со щитом, хоть без щита, блядь. Да, точно, продохнуть не дает. Ой, блин, ну ладно, думаю, на сегодня хорош, уже в глазах мерещится, блин, нахрен эти в шляпах, блин, елки-палки, замучили вообще. Ой, ужас. Ну ладно, думаю, завтра продолжить тогда, блин. Хорош на сегодня. Завтра, наверное, в это же время, там, в 9, наверное, в 9 часу, может, буду тогда. Ну ладно, с вами был Ахиллес Твич, канал Game Fun Cool. До завтра.